Прокуратура Чувашии ускорит рассмотрение проектов нормативных актов правительства республики. Соответствующее соглашение подписали глава Чувашской республики Олег Николаев и прокурор Чувашской республики Андрей Фомин. Документом предусматривается сокращение предельных сроков согласования проектов актов с 30 до 10 дней. Это позволит правительству республики более оперативно принимать необходимые нормативные документы, направленные на развитие Чувашии. Прокуратура республики занимается как правовой экспертизой, так и антикоррупционной экспертизой правовых актов. Действительно, есть иногда возникают ситуации в быстром принятии каких-то решений и нормативно-правовых актов. Поэтому все, что мы заложили в нашем совместном документе, а именно это сроки прохождения согласования вот этих документов, я думаю, это будет только способствовать и дисциплинировать наших подчиненных.